Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. Сегодня у нас на распаковке Pro Controller, аналог для Nintendo Switch. Пришла за 10 дней. Ссылка, где заказывали, будет под видео. Давайте вскроем, посмотрим, какая упаковка у нее. Вот Type-C хорошего качества, длинный очень довольно-таки, и сам джойстик, вот такой джойстик, очень приятно на ощупь, качественный довольно-таки очень. Ну и, соответственно, давайте мы его сейчас протестим. Вот так, друзья, продолжаем нашу рубрику с джойстиком. Давайте я еще вам покажу при хорошем свете. Кстати, у нас вот такой друг живет. Вот такой друг у нас живет. Хе-хе, скажи всем привет. Вот. Ну давайте сейчас подключим. Значит, смотрите, подключение идет. Значит, первое включение самое обязательно вставляем в док-станцию наш Type-C кабель. Вот у нас есть разъем здесь. Вот сюда мы сейчас вставим. И вставляем непосредственно в джойстик. То есть это первый коннект, который должен произойти. Итак, давайте включим нашу приставку. Все гораздо проще оказалось. Сначала мы подключаем, и потом мы его отключаем. И вот у нас он сам определяется. И вот смотрите, я управляю с помощью джойстика. Вот видите, лево, вправо, куда надо. Итак, давайте мы сейчас посмотрим какую-нибудь игру и попробуем сыграть. Так. Вот так вот. Я выключу наоборот свет, чтобы у нас не отсвечивало. И давайте, наверное, попробуем поиграть в асфальт. Асфальт. Очень удобно держать его. Прям прекрасно даже. Ну, сейчас загрузится, ребята, мы пойдем. Так, это что у нас здесь? Итак, продолжаем. Заходим в игру. И сейчас я вам покажу, как он поедет у нас с джойстиком. Так, нажимаем далее. Ну-ка, видите, он указывает, что у нас номер один джойстик. И поехали с вами. Сейчас будем кататься. Сейчас у нас все загрузится. И... вибрировал наш
Вот что там плоско. О, как мы развернулись. Что делаешь-то? Слушайте, гораздо удобнее, чем на джойконах играть. Просто супер. Сейчас мы давайте оба. Вот так можно было? Вау! Смотрите, что мы вытворяем. Итак, друзья, всем спасибо. Значит, джойстик мы рекомендуем. Данный товар будет в описании у нас. Вот, смотрите его. И всем пока-пока, друзья.